В эфире программа «7 минут». Здравствуйте. В гостях у меня сегодня Татьяна Сурмина, коммерческий директор мебельного салона «Ника». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно существует мебельный салон «Ника»? Нашему салону уже 4 года. До этого мы, так скажем, работали в аренду, снимали помещение. Сейчас у нас свой салон. И уже нам 4 года. Угу. Вот, Татьяна, вот в наше время как бы купить мебель от производителя в Рязани – это довольно трудная задача, да? Ну, хотя бы потому, что это обычно несколько дилеров, да, от этого цена увеличивается, ну и качество тоже хромает. Как правило, да. Вот как быть с производителем вот, мебельного салона «Ника»? Где находится? Находимся мы на Горького, 45, мебельный салон наш находится. И также еще есть салон на Завражного, 12. Производство наше находится здесь, в Рязани. Ну, как правило, мы не все можем производить. Мы собираем, в основном мы собираем просто корпуса. Фасады мы сами не производим. У нас есть очень хорошего качества фасады, это Ставрополье. Аналогов им я не вижу. Сколько мы ездили на выставки на международные, заменить их нечем пока. И появились сейчас очень много новинок, новые фасады производит фабрика. Новые, так скажем, фишечки для того, чтобы мебель была как игрушечка, так скажем. Ну, что еще сказать? Татьяна, вот что сейчас самое, наверное, может быть, какое-нибудь модное вот, в плане мебели, да, на пике популярности находится? Вот что каждый человек должен пойти и купить себе практически, чтобы быть в тренде? Ну, вот сейчас у нас хит продаж – это идут кухни из массива ясеня. Сейчас появилась новая патина, новая фрезеровка фасадов. Это просто великолепие. То есть это очень красиво? Очень или красиво. Это очень надежно? Очень как вот, какие качества? По качеству, вот если привести пример, у нас у одного клиента произошла, так скажем, протечка. Текла вода с потолка на кухню, кипяток. Даже не повело ни один фасад. То есть вот такого качества делается вязка фасадов. Качество замечательное. Татьяна, вот вы как профессионал, вот что можете посоветовать, например, людям, которые просто покупают мебель? Да, вот на что нужно обращать внимание? Вот чтобы, как вы говорите, была вот на века, да, никогда не подводила и ничего и не делалось. Нужно обращать внимание на материалы, из которых изготавливается мебель. Это, во-первых, ну, как правило, корпуса – это ДСП. Из массива корпуса делать смысла я не вижу, тратить на это деньги. Качество ДСП должно быть ламинированное. Потому что кашированное ЛДСП – это покрыто бумагой, а ламинированное – это уже ламинация идет. И мы работаем с ДСП калужским, должна быть плотность ДСП. Если ДСП плотные, петли никогда не вылетят, никогда ничего не раскрошится. Это уже надолго и надежно. А вот какой ассортимент у мебельного салона «Ника» мебели? То есть что там можно купить? У нас можно купить, я бы сказала, все. Да. Любая корпусная мебель. Я сама и дизайнером работаю, разрабатываю всегда индивидуально, только под каждого клиента работаю. Стенки, шкафы-купе, прихожие, детская мебель, кухни. Наше, так скажем, основное направление – это кухня. Ну, шкафы тоже, так скажем, очень часто заказывают. Какие материалы, вот из чего производите мебель? Самые распространенные, допустим, и самые редкие, например, да? Вот как? Ну, они все распространенные, так скажем. Это пленка, пластик и массив. Татьяна, все-таки вот выбрать мебель, ну, наверное, не каждый человек знает. Ну, кто-то знает, вот прям, я хочу вот зеленый там диван, да? А кто-то вот приходит и как бы что-то хочет, а вот что конкретно не знает. Вот как в таких Много случаях Много таких быть? Людей и приходят и говорят, а я не знаю, что я хочу. И я сажусь и говорю, хорошо, начинаем с того, какие у вас стены? Пока никаких. Один раз пришли ко мне клиенты и говорят, вы знаете, мы ищем шкаф-купе под выключатели. Я говорю, как под выключатели? Да, у нас очень красивый выключатель, мы под них будем все, говорят, обстановку в доме делать. Я говорю, хорошо, давайте под выключатель. То есть тут нужно индивидуально с каждым человеком работать. Некоторые приходят, и они даже как-то стесняются спросить, не знают люди. Садишься, чай, кофе, человек немножко раскрепостился. И уже знает, какого цвета ему нужен диван. И я уже, так скажем, сижу и сочиняю ему вот такой, вот так, вот так, вот так. Да, мне все нравится. Татьяна, вот вы можете любому человеку посоветовать, да, и помочь выбрать то, что ему нужно. А вот как насчет вас? Что вот конкретно вам нравится?
Вот вы знаете, что я вам хочу сказать? Да, мне так легко подсказать и сочинить для моего покупателя. Я себе решила тоже, я, как говорит сапожник без сапог, сижу без кухни. Решила заменить. И вы знаете, я встала в ступор. Я хочу пластиковую кухню для себя, потому что у меня дома кот, хулиган. И я села и не знаю, что я хочу. Стала советоваться с мужем, с дочерью, говорю, давайте вместе сочинять. Ты профессионал, ты и делай. Но потом все-таки общими усилиями мы пришли к общему знаменателю. Да какие-то сроки, например, производства мебели, да, какая-то гарантия на эту мебель существует? Гарантия как по законодательству, по защите прав потребителей на всю мебель 2 года. Но как вот мои клиенты звонят, Татьяна, помогите, там вот у нас уже кухня не на гарантии, вот там немножко дверца провисла. Я говорю, вы знаете, вы никогда так не говорите. У наших клиентов нет срока годности. Вы всегда мои, я никогда вас не брошу, всегда помогу. Сроки у нас, мы сейчас расширяем производственные мощности, и нам позволяет сделать шкаф-купе. И вот придут люди, просят, ну, пожалуйста, сделайте побыстрее. Но если уж очень срочно и горит, мы можем сделать и за неделю. А как-то на цену это влияет срочно? Никаким образом. Это все во благо человечества. Да, только так. На этом, так скажем, мы держимся. Сейчас в Рязани очень большая конкуренция. Конечно. По мебели. И самый, так скажем, ценный для меня, что не купишь ни за какие деньги, это, так скажем, люди идут по рекомендациям. То есть сарафанное радио работает? Сарафанное радио работает, и оно самое, так скажем, для меня ценное. И потерять свою репутацию ни в коем случае нельзя. Все для наших клиентов. Угу. Татьяна, а есть какие-то вот акции, фишки какие-то у салона? Ну, обычно они не всегда проводятся. Ну, акции, да, у нас, да. Всегда при заказе кухни я дарю гранитную мойку в подарок. Это, так скажем, от нашего салона на новоселье кухни. Ну, всегда гибкая система скидок действует. Всегда. Каким-то образом что-то мы подарим, что-то мы на что-то сделаем скидку. Обязательно. И какие планы развития? Планы развития. Ну вот сейчас мы расширяем производственные мощности. И хотим, наверное, в столицу нашей Родины выдвинуться. На месте стоять мы не собираемся. Ну что ж, успехов вам, конечно, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня была Татьяна Сурмина, коммерческий директор мебельного салона «Аника». Это программа «7 минут». Увидимся.